Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня у меня проект, который находится на предстарте, Grand Finance. Изумительный проект. Конечно, что здесь хочу сказать. У нас в кабинете появилась как бы матрицы наши, изменения. Значит, каждая матрица, она отдельно друг от друга. Вот это отдельная матрица за 150 рублей тринар. Это совсем другая, да? Они между собой не связаны. Вот. Я буду заходить на тринар за 150 рублей и на бинар за 200. У меня не так много денег, но тем не менее я на два, как бы на две матрицы зайду. Это будет сколько? 300-400 рублей. Это чтобы мои партнеры, у меня их уже 6 человек, не улетели незнамо куда. Правильно? Вот. И что? У меня 6 партнеров. Я хочу сказать, давайте относиться, как бы отнесемся к проекту серьезно. Я, когда регистрируюсь в проект, я его рассматриваю, я его изучаю, и я иду целенаправленно в проект для того, чтобы заработать. Мы в интернет пришли зачем? В онлайн-бизнес. Чтобы зарабатывать. Если вам не надо проект, лучше пройдите мимо и подождите, когда появится новый проект какой-нибудь. Вот. Не надо делать пустых регистраций. Вот. Потому что я знаю, что многие, я не знаю, зачем они регистрируются, просто так зарегистрируются и потом вход не оплачивают. И, ну, я не понимаю таких людей. Им интересно, чтобы в закладках проект был просто. Здесь халявы нет. Здесь минимальный вход на тринар 150 рублей. И на бинар самый дешевый, минимальный, это 200 рублей. Вот у меня уже 6 партнеров. Вот. Значит, ну что, я в прошлом видео говорила уже подробненько. Вот. Баланс будет доступен, пополнение 6 сентября. Я думаю, что часиков с 9-10 там утром, чтобы все могли заранее пополнить свой баланс. Понимаете? Чтобы потом... Так. Главное. После вашего куратора, чтобы вы сразу могли активировать место. Вот. Я с этим админом уже работала в проекте в другом. И я хочу сказать, хорошо заработала. Вот. Здесь у вас я буду куратором. И все мои контактные данные. Если вам поможет в приглашении, что я хочу сказать. Это матричный проект. И сюда надо приглашать людей. Значит, смотрите, в тринар надо пригласить 3 человека. В бинар пригласить 2 человека. Ну, понятно, да? Это матрица. Как бы. Если вам поможет, возьмите у меня на канале видео. Залейте себе на канал. Не забудьте только поставить свои реферальные ссылочки. Партнерская ссылочка, напоминаю, находится вот здесь вверху. Копируйте и делитесь с друзьями. Если вам это поможет, ради бога, возьмите видеообзор там, залейте, скачайте себе на канал YouTube и рекламьте по соцсетям. И что еще я хочу вам в помощь дать? Вот такая у меня есть таблица. Значит, это рекламная таблица. Здесь рекламные группы на Facebook. Это рекламные группы. Здесь их очень много. На ВКонтакте. Это рекламные группы на Google+. Ну, давайте возьмем хотя бы любую. Так нажимаете, вас перебрасывает на страничку, например, в Google+.
Пожалуйста, рекламная группа. Нажимаете «Присоединиться». Все, вы в группе. И вперед рекламьте. Понимаем? Вот сюда нажимаете. Можно вставить фотографию. Сюда текст. Нажимаете далее «Опубликовать». И все, ваша рекламка опубликована. И видите, сколько здесь этих групп? Очень-очень много. Это ВКонтакте. Это на Фейсбук. Вот. Ну, давайте на Фейсбук какую-нибудь возьмем. У меня на Фейсбук очень много рекламных групп. Я постоянно там рекламлю. Плюс YouTube. Плюс у меня очень много, очень-очень много всяких всевозможных. Вот, присоединиться в группе, пожалуйста. На рассмотрение. Потом вас добавят. И рекламьте. Вы представляете, сколько здесь групп? Я ссылочку на рекламную вот эту таблицу оставлю под видео в описании. Пожалуйста, сохраните ее себе и рекламьте проект. Вот у меня как бы текст. Возьмите у меня текст, скопируйте под видео. Только вставьте за место моей реферальной ссылочки свою партнерскую ссылочку. И пошли по соцсетям рекламить. Вот. Надеюсь, моя информация вам помогла. Теперь буду видео делать 6 сентября утром. Вот. Буду пополнять баланс, как бы, да. Есть еще, напоминаю раз, для своих партнеров, подписчиков, будущих партнеров, скайп-чат по проекту. Стучитесь ко мне с названием проекта, и я вас добавлю в скайп-чат. Потому как я не могу оставить ссылочку на скайп-чат, потому что очень хороших отрицательных персонажей гуляют, знаете как. Вот. А так вручную буду добавлять. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.